Коллеги, наш пресс-центр продолжает свою работу. ProDexpo 2022 на экранах. Здравствуйте, с нами интересный новый спикер. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Корнюшкина, я руководитель департамента маркетинга и управления ассортиментом торговой сети «Европа». Расскажите, где располагается ваша сеть? Головной офис нашей торговой сети находится в городе Курск, а гипермаркеты и супермаркеты расположены на территории 12 городов Черноземья. Основные области – Орловская, Белгородская, Брянская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, ну и, естественно, Курская. Замечательно. Скажите, что вы делаете на выставке? Вот какие цели преследуете, что вам интересно? На выставке мы преследуем те же цели, как и многие посетители. Расширить ассортимент, наполнить его новыми товарами, найти что-нибудь интересненькое, новенькое, познакомиться с новыми производителями, также региональными. Но нам хочется, чтобы ассортимент нашей торговой сети всегда регулярно обновлялся и наполнялся новыми интересными для покупателей товарами. Замечательно. Но, как мы знаем, выставка – это не только производители, ритейлеры и так далее, это еще и бизнес-сессии, которые дают интересные новые знания. Интересна ли вам наша бизнес-сессия? Безусловно. Нам очень нравится, что в рамках выставки очень насыщенная деловая программа. От нашей торговой сети присутствует на выставке несколько специалистов. Каждый по своему направлению будет участвовать в деловой программе, например, там по STM, по бренду. Также мы будем участвовать в центре закупок сетей, проводить переговоры с новыми поставщиками. В общем, программа насыщенная на эти дни. Это замечательно. Самое главное, вижу, что настроение боевое, отличное. Поэтому пожелаем вам удачи на этой выставке. Надеюсь, вы найдете всех партнеров, которых ищете, а главное, они найдут вас. Спасибо большое. Мы тоже на это искренне надеемся и приглашаем всех.